Итак, еще раз здравствуйте. Я хочу вам рассказать о том, как полезно ходить по земле. Вкратце расскажу, но я думаю, что это будет понятно. Смотрите, сейчас я отхожу босиком по земле. Многие помнят, что в детстве особенно бегали по траве, по земле, по камням. Так вот, на самом деле это очень полезно. Дело в том, что хождение по земле укрепляет иммунитет человека, повышает аппетит, укрепляет сосуды, улучшает кровообращение, улучшает сердцебиение, желудочный тракт, мозговую активность, нервную систему улучшает, зрение и так далее, и так далее. И все это благодаря тем точкам, которые находятся на стопе. Дело в том, что на стопе находится огромное количество всевозможных точек, которые при хождении по земле, как происходит бы массирование этих точек и активирование, что позволяет получить вот эти вот положительные результаты. Плюс к этому происходит биоэнергообмен с землей. Это многие знают об этом, ученые знают об этом, что энергия, она и природа, и человек, они обмениваются, как и все, в принципе, везде все связано. Поэтому также налаживается биоэнергетика человека, что, еще раз скажем, это все влияет на наше здоровье в целом. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии, что зимой, что летом, что по камням, по земле, по траве, ходите именно вот босиком. Это также и закаляет, и укрепляет организм в целом. Ну, на этом вроде как бы все. До новых видео. Оставляйте ваши комментарии, что вы думаете об этом. Если видео понравилось, ставьте палец вверх. И до новых видео. Пока.